МБО СОШ номер 7. Батура Глеб Алексеевич. Руководитель Хушенская Наталья Анатольевна. Стихотворение Семена Гудзенко «Мое поколение». Театральная мастерская. Направление «Художественное слово». Тема «Мужеству храбрых поем мы славу». Старшая возрастная группа. Россия, город Ставрополь. Нас не нужно жалеть. Ведь и мы никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом, чисты. На живых порыжили от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали. Проходит четвертая осень. Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят. Мы не знали любви. Не изведали счастья ремесел. Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. У погодков мы ни стихов, ни покоя, ни жен. Только сила и юность. А когда возвратимся с войны, все долюбим сполна и напишем ровесник такое, что сами солдатами будут гордиться сыны. Ну а кто не вернется, кому-то любить не придется. Ну а кто в 41-м первой пули сражен? Зарытает ровесница, мать на пороге забьется. У погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели. Кто в атаку ходил, кто делился последним куском, тот поймет эту правду суровую. Она к нам в окопы и в щели приходила поспорить воршливым охрипшим баском. Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают эту взятую с боем нелегкую правду солдат. И твои костыли, и смертельная рана сквозная, и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат. Это наша судьба. Это с ней мы ругались и пели. Подымались в атаку и рвали над пугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.